Всем привет! В WhatsApp есть такая полезная функция, как отчет о прочтении. Что это значит? Когда вы отправили сообщение своему другу, то можете отследить, что сообщение дошло. Это две серые галки. А если галки стали синими, значит, он прочитал сообщение. Мы к этому давно привыкли. Но оказывается, что WhatsApp с некоторых пор поддерживает отключение отчетов о прочтении. Что это значит? Вы отправляете сообщение, видите две привычные серые галки, их цвет не меняется. Казалось бы, ваш друг не прочитал сообщение, но на самом деле он мог его прочесть, если у него отключен отчет о прочтении. В некоторых случаях такая функция действительно может быть полезной, если вы не хотите кому-то отвечать. Однако есть нюансы, о них я расскажу. Как отключить уведомления о прочтении в WhatsApp? Открываем WhatsApp. Нажимаем на три точки. Настройки. Далее аккаунт. И строка «Конфиденциальность». Здесь нас интересует строчка «Отчет о прочтении». Вот она. Сейчас отчеты включены. Чтобы их отключить, нужно нажать на переключатель, вот этот. Но давайте пока этого не делать. Почему? Читаем, что написано ниже. Если вы отключите отчеты о прочтении, то не сможете отправлять и получать эти отчеты. Данное уведомление нельзя отключить для групповых чатов. С групповыми чатами все понятно. В них уведомления не отключаются. А вот первая часть этого текста очень интересна. Если вы сейчас отключите отчет о прочтении, то не сможете видеть, кто прочитал ваше сообщение. То есть две серые галки в любом случае для вас остаются серыми и меняться на синие не будут. Это такая особенность WhatsApp. Поэтому хорошенько подумайте, стоит ли отключать отчеты о прочтении. Если готовы, нажмите на переключатель. Отчеты отключены. Если появится необходимость, здесь же их включаете. Вот так. Но давайте я их отключу. И покажу вам простой пример, как это выглядит на практике. Выбираю чат. Пишу сообщение. Отправляю. И мы видим две серые галки. Даже если ваш друг прочитает это сообщение, они все равно для вас остаются серыми. Если он вам пришлет сообщение, вы его прочитаете, то он не узнает, что вы его прочитали. Для него галки тоже будут серыми. Все просто. Кстати, если у вас нет этой функции в WhatsApp, значит, у вас установлена старая версия приложения. Откройте Play Market и нажмите на строку поиска. Укажите запрос WhatsApp. Откроется страница WhatsApp. Здесь вы увидите кнопку «Обновить» вместо «Открыть». Нажимаете на нее, и приложение обновляется. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.